Сегодня в Чебоксары приехал прославленный советский спортсмен, бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газаев. Сейчас он представляет партию «Справедливая Россия» в Государственной Думе и возглавляет Комитет по делам национальностей. В Доме правительства Чувашии прошла официальная встреча главы республики с Валерием Георгиевичем. В ходе встречи стороны обсудили межнациональные отношения в республике. Валерий Газаев подчеркнул, что Чувашия – уникальный регион, находящийся на стыке культур и религий. Республику можно ставить в пример другим субъектам России за высокий уровень толерантности. Потому что у нас 128 народов и национальностей проживает здесь, в Чувашской республике. И самое главное, уже очень-очень много лет традиционно живем очень дружно и созидаем. И вот поэтому в целом у нас обстановка всегда такая достаточно спокойная, вот именно с точки зрения межнациональных и межконфессиональных отношений. И спасибо большое вам за ваше приглашение ознакомиться с культурой. Мы практически прочувствовали жизнь, значит, историю, культуру и традиции чувашского народа. Безусловно, отмечали уникальность Чувашской республики, которая действительно находится на стыке двух культур, значит, европейской и азиатской, на стыке двух религий, исламской и христианской.